номер 1-1. И вручает свою команду Николай Бельцов. Евгений Давыдов не сумел поразить ворота, смена по ходу встречи. Шайба Юрий Шамовцев делает передачу на Тарасенко. Кушин, Тарасенко. Оставляет Шайбу по воробу. Игорь Учин начинает атаку из глубины поля. Конкретный шайбой. Наброс на ворота. Тютиков, Ушин, потеряет и контратака в исполнении звезд хоккея. И на этот раз Сергей Быльников вынужден выручать свою команду после броска Игоря Храмцова. Мы совсем забыли о судьях этого матча. А матч судит судья всесоюзной и международной категории Валерий Бойков. А ему помогают судьи российской категории Александр Мешков и Никита Вилюкин. Вот такие звезды хоккея. Позиционный розыгрыш в зоне заканчивается. Все-таки выходит из зоны и все-таки шайбу теряет. Вячеслав Анисин делает передачу на Юрия Лебедева. Не сумел. Юрий Лебедев переиграет Николая Текутева. И контратака. Борис Барабанов. Текутев. Прямо на крышку защитника. Юрий Терехин бросает вперед своего партнера, Анисин, бросок рук. Передача Юрия Терехина, номер 48-й. И Александра Волчкова, номер 44-й. Шайбу забросил Вячеслав Анисин, номер 22-й. Александр Фаткулин начинает атаку своей команды. Шайба перехвачена. Тютиганс подключается к атаке. Яблонский уходит от оппонента. Уходит за воротами. Владимир Целев выигрывает выбрасывание Валерия Белова. Но атака в Сибири была недолгой, и уже его входит в зону. Делает передачу на Сергея Петренко, но шайба в ворота не попадает. Тютиков, следующий по ходу встречи. Лешкевич. Передача. На Андрея Тарасенко, хорошо играет Мельников. Контратака команды звезд.
Но выиграть олимпийского чемпиона Дмитрия Юшкевича не так-то просто. Юшкевич шайбы. Делает передачу на Игоря Кравцова. Не видит. Тарасенко. Здесь увидел. Андрей Тарасенко переиграет вратаря. Но так и продолжается. Кравцов борется за шайбу. Умение, вот это умение бороться на пятачке. И извлекать его. Несколько перекладывает шайбу Кравцов. Выручает свою команду вытников. Но борьба продолжается. Юшкевич. Лучше. Еще одна ворота. Передач Дмитрия Юшкевича. Номер 3. Игоря Ульшина. Игоря Ульшина. Номер 48. И Игоря Кравцова, номер 39. Шайбу забросил Андрей Тарасенко, номер 91. Довольно затяжная такая в зоне была в исполнении звезд, но Сибирь вновь овладела шайбой и вновь ее потеряла. Пытался подключить к атаке Николая Тимутина, но пас чуть-чуть не точен, и нужно начинать все сначала. Тимутин. Яновский. Сзади Кравилин. Передача. Разгадал сейчас эту комбинацию. Игорь Мишуков. И теперь уже Николай Кольцов вынужден вручать свою команду. Цеев. Камилин. Яблонский. Не хватило последнего движения клюшкой, не хватило. Начинает атаку Яблонский. Юшкевич. Входит в зону. Передача. Обратная передача. И не попадает Дмитрий Юшкевич. Дмитрий Васильевич оказался на месте защитника. А тем временем пошла последняя минута первого периода.
толкнуть на счет. Все, успею.